В неприметном месте, в тяжелое время, у одного человека родилась идея. Знакомьтесь, Ганс Эрих Доттер. Идея была амбициозной. Он хотел построить успешный бизнес и в то же время развивать чувство прекрасного в людях вокруг. Поэтому он всегда много работал. Он хотел показать свою вовлеченность в работу самых важных для него людей, тех, кто не мог испортить эту красоту, парикмахеров. Здесь начинается наша история, с одного человека и его видения. Ганс Эрих Доттер начал с нуля, имея только идею и богатое воображение, и велосипед, на котором он посещал своих первых клиентов. Инновацией его продукции стала холодная химическая завивка. Никаких сожженных волос, никаких повреждений, только красивая прическа. С течением времени менялась мода и на укладки. И Goldwell использовали свой шанс, создав еще один выдающийся продукт – Sprugold. Лак для волос, который высыхал гораздо быстрее, что открывало новые возможности для стилистов. Его свойства в комбинации с уникальным запахом принесли невероятный успех, сделав Sprugold лаком номер один для салонов. Экспериментируя с новыми технологиями, Доттер и его команда создали первый тип пенной химической завивки, легкой в применении и бережно воздействующей на волосы, разработав устройство, которое вспенивало завивку как шампунь. Так появился Airboy. После этого Goldwell перешли к преобразованиям в колористике, и результатом стала инновация, которая была простой и гениальной. Для краски стали использовать баллон вместо тюбика. Это изобретение вышло в свет вместе с новой системой окрашивания Top Chic. Стилисты сразу же влюбились в нее, ведь теперь они могли точно дозировать и смешивать краситель и лосьон, а также быстро, чисто и безопасно наносить краску, добиваясь нужного результата окрашивания. Ганс Эрих Доттер не только создавал инновации для парикмахеров, он также помогал мастерам расти и расширять свой бизнес. Новые идеи, такие как концепция персонального брендирования, предлагала размещение логотипов салонов на продуктах премиум-класса. К сожалению, эта прекрасная идея оказалась слишком затратной и не была воплощена в реальность. Зато другая инновация от Goldwell, Colorants, попала прямо в цель и стала абсолютным хитом. Это был первый на рынке кислый полуперманентный краситель для волос, бережный способ окрашивания. Другая инновация была преподнесена в виде компьютерной программы, которая использовала формулы, чтобы определить и подобрать нужный цветовой оттенок. Это невероятно улучшило качество услуг парикмахеров и вновь показало нацеленность Goldwell на партнерство. Если говорить о цвете, то следующий шаг Goldwell в этом направлении был действительно революционным. Illumin — это краситель, который работает по закону физического притяжения. Его разрабатывали 7 лет. Это был первый кислый краситель без содержания аммиака и окисления, с большой стойкостью и без какого-либо вреда для волос, а также с цветом, которому нет равных. Это и другие инновации и сервисы означали, что пришло время для Goldwell выйти на сцену с конкурсом ColorZoom, одним из самых больших ежегодных событий в индустрии красоты для стилистов. Создание новых образов, развитие индустрии и объединение самых успешных и самых ярких мастеров — все это и есть ColorZoom. Все началось с велосипеда, но основывалось на взаимном доверии и понимании. И, конечно же, любви к красивым волосам, а также на инновационных продуктах и сервисах. Это было прекрасным путешествием для Goldwell. Но вопрос в том, куда мы отправимся дальше. Что бы ни несло будущее, мы не забудем идеи и ценности Ганса Эрих Доттера. Мы будем всегда честны с собой и с нашими самыми важными партнерами, салонами красоты и стилистами-парикмахерами по всему миру.